Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Чарговы рубеж пройдзены. У Беларусі намалацілі 2 мільёны тонн збожжа. Максімальны вынік. 50 прадстаўнікоў нашага рэгіёна здалі ЦТ на 100 балаў. Памяць без межаў. У Гомельскім раёне завяршыўся 7-ы міжнародны злёт удзельнікаў баявых дзеянняў і міратворчых аперацый. Сямейныя спаборніцтвы. На возеры каля аграгарадка Урыцкая адбыўся дзень рыбака. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Усе паказчыкі сацыяльна-эканамічнага развіцця Гомельская вобласць у першым паўгоддзі змагла выканаць. Аб гэтым паведамілі сёння падчас пасяджэння аблвыканкама. Тэмп росту валавога ўнутранага прадукту забяспечаны на ўзроўні 104,1%. Заданне на паўгоддзе было 103,5%, на год 104%. Вышэй за леташні ўзровень спрацаваў увесь рэальны сектар эканомікі. Прычым прамысловасць завяршыла паўгоддзе з тэмпам росту 105,4%. На высокім узроўні спрацавалі сельская і лясная гаспадаркі, а таксама будаўнічы сектар і сфера гандлю. Што тычыцца паказчыкаў экспарту і імпарту, то на сённяшні дзень ёсць дадзеныя толькі па працы за 5 месяцаў года. Але яны сведчаць аб тым, што і тут даведзеныя паказчыкі атрымалася выканаць. Павялічылася доля паставак на афрыканскі кантынент. Першыя партыі малочнай прадукцыі прадалі ў Судан, зацікаўлены у яе набыцці і ў Тога. У 2020 году весь экспорт беларускай прамышленнасці должен быць в прапорцыі 1:3, то есть треть на Евросоюз, треть на СНГ і треть на рынкі дальнего і зарубежья. Говоря о показателях экспорта в дальнее зарубежье, в принципе, и на новые рынки, мы обеспечиваем доведенное правительством задание. Не менее 1% всего экспорта должно уходить на новые рынки. Гомельская область накіроўвае не 1, а 2% товаров на новые рынки. У их лику Индонезия и краины Азии. С Европой по шэрагу причин справа ідзе больш складана. Беларускія аграрыі пераадолелі рубеж у 2 мільёны тонн збожжа. Па дадзеных на сённяшнюю раніцу ўбрана каля трэці палеткаў. Сярэдняя ўраджайнасць па краіне зараз складае 29 цэнтнераў з гектара. Сёлета масавая ўборка зерневых і зернебабовых культур распачалася значна раней, чым у мінулым годзе. Па тэмпах работ у лідарах Брэсцкая вобласць. Там ўбрана ўжо каля 70% ад даведзенага плана. У нашым рэгіёне каля 30%. Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта» пабудавала яшчэ адну пошукавую свідравіну ў Ямала-Нянецкай аўтаномнай акрузе, паведамілі «Белта» ў прэс-службе прадпрыемства. На мяцельным радовішчы завяршылася бурэнне пошукавай свідравіны нумар 829. Планы па яе будаўніцтве залежылі ад вынікаў сейсмаразведачных работ, апрацоўкі і пераінтэрпрэтацыі палявых матэрыялаў, атрыманых на Ізвестінскім ліцэнзійным участку, адзначылі ў прэс-службе. Чакаецца, што ўводу ў эксплуатацыю свідравіны нумар 829 дазволіць прадпрыемству значна павялічыць здабычу газакандэнсату і прыроднага газу. Савецкі раён Гомеля сёлета адзначыць 45-годдзе. Да гэтай даты тут увасобяць у жыццё цікавыя ідэі па добраўпарадкаванні тэрыторыі. Пастаўлена мэта ўладкаваць у дварах максімальную колькасць дзіцячых гульнявых пляцовак. Зараз ажыццяўляецца праца па праспекце Рэчыцкі, вуліцах Косарава і Лазурнай, на чарзе заходні мікрараён. Зменіцца да юбілею раёна і аблічча парка фестывальны. Па выніках цэнтралізаванага тэсціравання Гомельшчына выйшла на першую пазіцыю ў краіне. 50 прадстаўнікоў нашага рэгіёна здалі ЦТ на максімальныя 100 балаў. І практычна па ўсіх прадметах юнакі дзяўчаты з Гомельскай вобласці паказалі лепшыя сярэднія балы. Увогуле ўдзел у цэнтралізаваным тэсціраванні сёлета прынялі каля 12 тысяч абітурыентаў з нашага рэгіёна. Многія скарысталіся новай магчымасцю здаваць 4 прадметы. У цэлым вынікі аказаліся
лепш за мінулагоднія, што сведчыць аб узрастанні ўзроўню падрыхтоўкі і сур'ёзнасці стаўлення да экзаменацыйных выпрабаванняў у абітурыентаў. Дарэчы, сёлета сярод 8 тысяч выпускнікоў агульнаадукацыйных школ, гімназій і ліцэяў 489 медалісты. Многія з выдатнікаў вырашаюць звязаць сваю кар'еру з педагагічнай дзейнасцю. У прошлым году мы планировали целевой набор в педагогические вузы для школ нашей области. Он выполнен на 100% и радует нынешний год, 2018, когда мы выполнили тоже план набора целевиков на педагогические специальности. Я хочу сказать, что сегодня родители, учащиеся, могут обратиться в отдел образования спорта и туризма районных отделов, вот в управление, в главное управление образования Гомельской области для того, чтобы выразить свое намерение о поступлении по целевому направлению в педагогические высшие учебные заведения. И радует то, что даже на целевой набор у нас конкурс не менее 2 человек на место. Узровень якасці адукацыі ў гарадскіх і сельскіх школах нашага рэгіёна сёння амаль зраўняўся. Па выніках цэнтралізаванага тэсціравання ў ліку лепшых нараўне з раёнамі абласнога цэнтра значацца Рэчыцкі, Жлобінскі, Добрушскі, Лельчыцкі, Хойніцкі, Калінкавіцкі і Ельскі. Сёння ці цифры, которые нас интересовали, это позиция Гомельской области, каждого района. Затем мы считаем сегодня в разрезе каждого учебного заведения, это общеобразовательные школы, это лицеи, это гимназии, и у нас рейтинг выстраивается по каждому учебному заведению в Гомельской области. Это большая кропотливая работа. Мы стараемся эту работу провести до начала учебного года с тем, чтобы обеспечить каждого отдела образования вот таким объемом информации для того, чтобы определить стратегию работы на следующий учебный год, для того, чтобы закрепить свои позиции. Ну и самое главное, вот дать возможность родителям, чтобы они могли оценить работу, которая проводится непосредственно в каждой школе по каждому предмету. Маладым спецыялістам, якія працуюць у нашым рэгіёне, кажуць дапамогу. З 1 па 31 жніўня ў Гомельскім абласным аб'яднанні прафсаюзаў будзе працаваць гарачая лінія. На ўсе ўзнікаючыя пытанні адкажа галоўны прававы інспектар працы Кацярына Філіпцова. Кансультацыі пройдуць па аўторках з 14 до 17 гадзін. Нумар тэлефона ў Гомелі 32 90 85. У Гомелі распачалося грамадскае абмеркаванне пытання перайменавання вуліцы Дзем'яна Беднага ў вуліцу Мікольскую. Дадзеная тэма абмяркоўвалася на 4-й сесіі гарадскога савета. Дэпутатамі было прынята рашэнне аб правядзенні грамадскага абмеркавання. Свае думкі грамадзяне могуць выказаць да 30 жніўня. Для гэтага неабходна звярнуцца ў тапанімічную камісію пры Гомельскім гарвыканкаме, якая знаходзіцца па адрасе Савецкая 16. Кантактныя нумары 75, 73, 55 і 75, 70, 61. Памяць без межаў. У Гомельскім раёне завяршыўся 7-й міжнародны злёт удзельнікаў баявых дзеянняў і міратворчых аперацый, супрацоўнікаў сілавых структур і членаў іх сем'яў. Сёлета ён аб'яднаў больш за 220 удзельнікаў. Падрабязнасці ў матэрыяле Ганны Каральчук. Аднапалчане і добрыя сябры, прадстаўнікі Беларусі, Расіі, Украіны, Малдовы і краін Балтыі. Пераважная большасць тых, хто сёлета прыехаў на Гомельшчыну, ветэраны вайны ў Афганістане, якіх звязвае агульны вайсковы лёс. Яны добра памятаюць сваю маладосць і дагэтуль імкнуцца захоўваць цесныя сувязі паміж сабой. Так, ветэраны баявых дзеянняў з Эстоніі прысутнічалі і на першым злёце памяць без межаў. Сёння ад іх асацыяцыі ў Гомель прыехала 11 чалавек. Яны не толькі ўспамінаюць аб гадах сумеснай службы, але и обмерковывает сучасность с иншими интернационалистами. Всегда после какого-то мероприятия делаешь какой-то анализ. Вот. Аналогичные слеты мы тоже проводим. И, естественно, смотрим, какие положительные здесь моменты, какие отрицательные. Я с удовольствием езжу на такие слеты. Это действительно куча встреч. Так, новые друзья, встреча со старыми друзьями. Это дает очень положительный такой заряд.
Трохдзённы злёт адкрыўся традыцыйным ускладаннем кветак і мітынгам для помніка воінам-інтэрнацыяналістам. Далей удзельнікаў чакалі два насычаныя дні. У праграме былі спартыўныя спаборніцтвы, выступленні клубаў гістарычнай рэканструкцыі, канцэрты, экскурсіі, сустрэчы. Завершыўся злёт міжнародным круглым сталом, да якога далучыліся дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Замежныя дэлегацыі падзяліліся вопытам работы ветранскіх арганізацый у сваіх краінах, а беларусы агучылі свае прапановы ўладзе. Память загинувших войсковцев ушановали хвилиной молчания. Встречаемся с членами семей погибших, а большие работы прям среди молодежи. Молодежь идет к нам, мы идем к ней, рассказываем о той войне, проводим совместные мероприятия и делаем все для того, чтобы над Беларусью было чистое, безоблачное небо, и чтобы наши дети жили в радости и спокойствии. Что хочется пожелать ветеранам, чтобы они не сидели, как говорится, в своем узком кругу, в узких стенах, а шли в народ. Рассказывали о той войне, агитировали наших ребят, чтобы лучше работали, лучше трудились, готовились к защите нашего Отечества. Гомельский взлет воинов-интернационалистов – это, по сутности, фестиваль народной дипломатии, миру, дружбы, памяти и патриотизму. До речи, в наступном годе исполнится 30 годов со дня закончения войны у Афганистане. И боевое братерство спадзеется снова собраться у Гомеля у добром здоровье, каб отсвятковать важную дату. Ганна Каральчук, Василь Осипцов, телерадиокомпания «Гомель» с Гомельского района. Урачыстае адкрыццё аздараўленчага абаронна-спартыўнага лагера «Выратавальнік» прайшло сёння на тэрыторыі гомельскага філіяла Універсітэта грамадзянскай абароны МНС Рэспублікі Беларусь. На працягу 9 дзён тут будуць прымаць 25 юнакоў, вучняў устаноў сярэднеспецыяльнай і прафесійна-тэхнічнай адукацыі ва ўзросце ад 15 да 17 гадоў, якія знаходзяцца на розных відах прафілактычнага ўліку. Кожны дзень удзельнікаў лагера будзе падзелены на дзве часткі. Першую палову дня яны займаюцца па распарадку гомельскага філіяла Універсітэта грамадзянскай абароны МНС, а ў другой іх чакаюць спартыўныя і культурна-масавыя мерапрыемствы. Так падлеткі наведаюць з экскурсіямі гомельскі палацава-паркавы ансамбль і абласны музей ваеннай славы, а таксама будуць гуляць у футбол і валейбол супраць курсантаў. Акрамя таго, хлопцы прымуць удзел у працоўнай акцыі. Сейчас летняе время, каникулы, и, естественно, многим ребятам нечем заняться. И вот наша задача обеспечить прежде всего занятость этих ребят, чтобы они посмотрели, поучились у спасателей отваге, профессионализму, мужеству, посмотрели, с пользой для себя провели вот эти вот 9 дней. Калі карпаратыўнае свята набывае маштаб раённага. На возеры камбіната «Усход» ля аграгарадка «Урыцкая» адбыўся дзень рыбака. У спаборніцтвах па рыбнай лоўлі прынялі ўдзел каманды Гомельскага района, а таксама абласнога цэнтра. Спякота вялікім уловам не спрыяе. Спакусіць на паклёўку прадстаўнікоў мясцовай іхтыяфауны у такіх умовах аказалася задачай не самай простай. І каб паказаць добры вынік удзельнікам спаборніцтваў, прыйшлося выкарыстоўваць усё сваё майстэрства і назапашаны вопыт. Пасля 3 гадзін для вадаёма у рыбніку сямейнай каманды Надзеі Лапцевай толькі каля 2 кілаграмаў. Плоха. Плохо лаксавалася рыба, но я старалась, вообще так старалась. Для перамоги гэтага не хапіла. У особистых спаборніцтвах вынік пераможцы склаў каля 9 кілаграмаў. У заліку команд рыбацкая удача была на баку прадстаўнікоў вайсковай часті 55-25. На узважанне суддзям яны прадставілі амаль 16 кілаграмаў рыбы. Пакуль рыбакі выпрабовывалі натрываласць свае снасці, майстэрства і удачу балельшыкі не сумавалі. Забаўляльная праграма пасавала спаборніцкай. Дзецям і дарослым было чым заняцца. Канцэрты, гульнявыя пляцоўкі. Мне панравілась музыка, выступленне калектывов музыкальных. І панравілась возможнасць всем людям, которые отработали неделю, отдохнуть вот среди сада, яблонь, погулять с семьей. И сапраўды у аграрыяў зараз работы цераз край. Уборочная кампанія не дае расслабиться, а таму добрый отпачынак асабліва важны. Тым больш, калі арганізавана ўсё на таким высоким узроўні і без шкоды для вытворчага процессу. Сегодня мы имеем хорошее настроение для того, чтобы и порыбачить, и убрать хлеб с полей. Предприятия, с которыми сотрудничаем, с которыми мы дружим, с которыми мы всегда взаимодействуем в положительную сторону, мы тоже их приглашаем. Люди отзываются. Это большой праздник не только в нашем коллективе, это большой праздник и
в коллективах тех предприятий, которые сегодня принимают участие. День рыбака 2018 – девятый по лику спаборництвы. Рыбы у озера после меньше его не станет. Цікавость боку удельников докладно узрасте. А значит, до встречи у наступном годе на 10-м рыболовно-семейном святе. Максим Савин, Настасья Кучинская, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель». Гэты, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Дзякуй за ўвагу і да новых сустрэч у эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Ссора между сожителями в деревне Новые Колосы Рогачевского района завершилась трагедией. Избитая женщина сутки пролежала без помощи в собственном доме, где и скончалась. Преступление было совершено еще в минувший четверг. 50-летний мужчина во время совместного распития спиртных напитков решил доказать свою правоту в семейном споре с помощью кулаков. Только на следующий день сожитель вызвал скорую помощь, но женщина уже была мертва, сообщили в Следственном комитете. Тело 44-летней женщины со следами побоев доставили в морг. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. За выходные 4 гомельчанина утонули в водоемах области. Все чрезвычайные ситуации произошли в Гомеле и его пригороде. Вода забрала жизни как людей, решивших охладиться во время рыбалки, так и приехавших на природу со своими близкими. На Соже в Ветковском районе с разницей в один день утонули 2 человека. Если в первом случае 37-летний парень отдыхал в компании своих друзей, то во втором 46-летний мужчина пытался спасти своего тонущего ребенка. Ценой жизни отца ребенок остался жив. Все в руках. Также на глазах своей возлюбленной утонул 33-летний сожитель. Все утонувшие гомельчане находились и отдыхали в местах, не предназначенных для купания. В 3 случаях гибель произошла при купании, в одном случае при спасании ребенка погиб отец. У нас еще целый месяц купального сезона с довольно хорошими высокими температурами, и поэтому стоит очень серьезное внимание уделять вопросам своей личной безопасности, безопасности своих близких и своих детей. Поэтому просим относиться к этому серьезно, отдыхать и купаться только в местах для этого предназначенных, где им может быть оказана своевременная квалифицированная помощь спасателей. Минувшие выходные не обошлись без дорожно-транспортных происшествий. И хотя удалось избежать аварий со смертельными исходами, в некоторых случаях участникам дорожного движения придется пролежать на больничных койках не одну неделю. За выходные не зафиксировано 9 дорожно-транспортных происшествий, 3 из которых были связаны с велосипедистами. А 2 из 3 велосипедистов в нарушение правил дорожного движения не спешились при проезде пешеходного перехода с велосипеда. В результате были совершены дорожно-транспортные происшествия. Все участники дорожно-транспортных происшествий доставлены в больницы. По данным фактам проводится проверка. Если бы велосипедисты соблюдали правила дорожного движения, то у водителя было бы в разы больше времени среагировать на внезапно возникшее препятствие, пояснили в ГАИ. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. На минувших выходных состоялись матчи 1/16 розыгрыша Кубка Беларуси. По футболу не обошлось без неожиданностей. Из представителей нашего региона борьбу прекратил только ЮАЗ. Команда из Житковичей крупно проиграла Ислачи 0-5. Футбольный клуб «Гомель» ожидаемо обыграл СМИ «Автотранс» из Смолевичского района. Представитель второй лиги не смог оказать сопротивление зелено-белым 1-6. В составе гомельчан забивали дважды Волков, по разу Бааша, Повал, Шрамченко и Дао. Шагнул в следующую стадию еще один представитель областного центра «Локомотив». За путевку в 1/8 финала железнодорожники на своем поле сражались с могилевским «Днепром». На 5-й минуте гости счета открыли, отличился Сергей Рудыко. Быстрый гол хозяев поля не смутил. И на перерыв они уходили, ведя в счете. Сначала Денис Козловский сравнял цифры на табло, а после Максим Санец ударом с пенальти вывел железнодорожников вперед. Во втором тайме бывших партнеров по команде огорчил Евгений Барсуков. Полузащитник Днепра на ближней штанге замкнул прострел партнера. 2-2. Путевку в следующий раунд «Локомотиву» принес точный удар Евгения Кудаша на последней минуте основного времени матча. Защитник головой срезал мяч в ворота могилевской команды после подачи со штрафного. Поблагодарю команду. Они сегодня сыграли сердце.
Тяжело было. Где-то нам повезло даже. Но опять же, ребята молодцы сегодня. Они для победы, для этого сделали все. Мозырская Славия, рвущаяся назад в элиту, оставила неудел еще одного представителя сильнейшего дивизиона национального чемпионата «Столичный луч». Мозыряне победили дома 3-2. Победой команды Гомельской области завершилась республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по пляжному волейболу среди спортсменов в возрасте 14-15 лет. Турнир проходил в Молодечно. Лучшими в общем зачете на площадках местного стадиона «Парк Победы» стали наши юноши и девушки. В личных состязаниях гомельская пара Дмитрия Чаповский и Илья Пигусов заняли второе место, уступив представителям Минского региона Никите Кононовичу и Евгению Науменко. Воспитанники Жлобинского ЦОРа Иван Фурман и Дмитрий Лагунов чуть-чуть не дотянули до тройки призеров и заняли четвертое место, уступив бронзу могилевской паре Даниил Жуков и Арсений Котов. В итоге общекомандное первое место у гомельчан. У девушек в личном зачете золото и серебро в активе воспитанниц Мозырской «Сдюшор» «Жемчужина Полесья». В финале Маргарита Захаренко и Екатерина Деева были сильнее Александры Чуб и Анны Крабинович. Бронза у спортсменок из Витебска Марии Жильской и Виктории Гудкнехт. Хоккейный клуб «Гомель» провел первый спарринг в рамках подготовки к новому сезону. На малой площадке Чижовка-арены в Минске «Рыси» в серии буллитов были сильнее тольяттинской «Лады» 4-3. До старта в предварительном этапе Кубка Руслана Салея, который намечен на 5 августа, Гомель проведет еще один поединок. 2 августа подопечные Олега Хмыля встретятся со Жлобинским «Металлургом». Игра состоится на арене Гомельского ледового дворца и начнется в 18:00. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».